Я Индию созерцаю, хочу вернуться в Индию. Это 10 рублей, 10 рублей, 10 Непонятно. рублей, 10 рублей. Что там такое-то? Не хочешь показывать? Да, не хочу показывать. Почему? Давай посмотрим. Очень многим интересно, что приносят люди в скупку. Когда вы идете по улице, написано «Скупка, купим все». И сегодня я покажу, какие вещички нам приносят. Сейчас все посмотрим. Приехали мы в Купчино. Я здесь не был где-то 1,5-2 недели. И посмотрим, там работает Вадим. Он нам расскажет, что ему принесли за эти 2 недели. Всем приятного просмотра. О, привет, привет, привет. Это Малик. Да. Знакомы, привет. Да, Сань? Да, 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 вы знакомились. Привет, привет, привет. Александр Викторович приехал. Да. Малик, у тебя есть что сдать? Ну, пока показывай. Вот, да. Часы. Часы. Возьмем часы? Малик, да. Очень хочет. Да. Не, часы-то мы не, такие не берем, механические только. Только механические? Да. Ну, типа вот этот можно. О, Александр привет. Викторович, приветствую. Да, привет, привет, как дела? Нормально, сейчас покажу, что принесли в скупку за это 2 недели. Вот, я пью китайский чай, это самое, пришла партия из Китая. Да? Сейчас будем пуэр пить с тобой. Ну давай, хорошо, чайник уже поставил? Да, поставил чайничек. Да, и сейчас Вадим расскажет и покажет, что нам... принесли. Да, поехали. Поехали. Вот у нас тут шпага. Шпага, ты ее спрятал? Спрятал, да. Вот такая вот. Мы взяли ее за 3000 рублей, на ней даже гравировка есть, ну, вроде настоящая. Холодное оружие. Очень хорошая шпага, да. Слушай, хорошенькое золочение. Мужику очень нужны были деньги на сигареты, он отдал за 3000 рублей. Торговаться не пришлось. А ножен не было? Не, ножен не было. Петр, медный всадник. Медный всадник. Петр Пиро мы взяли за 1000 рублей. Угу. Вот. Силуминовые. Петру Первому от Екатерины Второй. Принесли банку из-под риса и... И какой-то горшочек деревянный, взяли, без крышки. Ну, взяли за 50 рублей все. То есть, да, ну, отличная покупка. Клади, да, туда в пакет. Хлама мало, да? Еще такой объемный. Да, да, да. А это что такое? Это глобус? Глобус, да. Обалденный, большущий глобус, да. Слушай, на фотках он казался вообще маленький. И за сколько мы такой купили? Так, там еще провод, он подключается, да? Да, провод. А провод отрезал, что ли? Кто-то отрезал, да, он подключается. Можно посмотреть, ну, я Индию созерцаю, хочу вернуться в Индию. Ага. И за сколько купили такой? Следующий отпуск поеду в Индию. Мы взяли за 100 рублей. Угу. Глобус. Что вот с этим делать нам оставили бесплатно, ну? Полицейский отряд, комедия США. Смотри, смотри. Горец там, ну. О, красотка, да? Ричард Гир. Ты не смотрел красотку с Ричардом Гиром? Не смотрел. Да ладно. Дай-ка Джулио Робертс. У меня это, на даче есть, видимо, не так. Да? Гатака. Фантастика. Все права защищены. А там что, полицейская комедия, а это свидание на одну ночь. Горец. Горец. Крестный отец. А, крестный отец. Полицейская отдали. И, значит, почему купили это все? Бесплатно отдали. Бесплатно? Ну, бесплатно можно взять. Если будет жарко, покупайте в скупке веер. Ну, сейчас лето. У нас очень много вееров, есть китайские. Вот шикарный веер. Взяли 50 рублей его. Хорошо, антуражная вещь. Антураж. Особенно, кто фотографирует для Инстаграма. Пора заваривать чай. Шикарным новым чайничком. Это из которой тоже в скупку принесли? Да, я тот кокнул. Ты разбил, да? Ну, крышка упала и носик откололся. Блин. Он тоже был из сервиза, ну. Ты хоть моешь перед тем, как? Конечно. Да? Да, хожу, мою. Говорим пуэр. А ты тоже должен пить чай? Да? Попьешь? Ну ты точно умыл? Мыл. Да мыл. Мыл? Мыл. Ну хорошо. Чашки чистые, вот. А, ну чашки твои. Ладно, давай дальше посмотрим, пока заваривается чай. Да, посмотрим, что еще есть. Принос, ну. Принос. Шахматы. Шахматы, большие шахматы. Целые, ну, пластика. Жалко пластиковые. Почем вы их взяли? 200 рублей. Ага. Тарелочка. Ага. С вилочкой. Это под оливки. Под оливки, да. Ложечка.
Мельхиор, да. ЛФЗ. Чашечка. А нету блюдц? А это баночка под икру? Да, мы все вот взяли вот это 50 рублей, 50 и 50 рублей. Угу. Вот это все обошлось там 150. Вместе шахматы около 500. Вместе 150 и шахматы 200, 350. Да. Около 500. Где 150? Так, икона. Икона, но это без дерева. Жако. Без деревяшки. Без дерева, да. Почем ее только купили? 300 рублей. Оу, здесь всего-всего. Тетрис. Тетрис. Батарейки нужны. Тарелочки с победы. Подарок от губернатора. 30 рублей. Тетрис 100 рублей. Елочные игрушки. Игрушки 300 рублей мы взяли. Елочная. Давай аккуратненько тогда закрываем. Давайте сюда еще чашечку положим. Отлично. Принесли корзинку из-под грибов. Практически грибы нам принесли. И полные чайники, да, всякие разные. Да, чайники, они вроде... Сервиз. Вот чашечка от сервиза. А, ну вот это еще, блин, это тоже, это пирожковые. Это мы взяли за 600, все вместе 600 рублей обошлось. Все-все-все. Все-все вместе, да. С корзинкой, да? С корзинкой. Вот эта крышечка от чайника. Понял. Хорошо. Вот. Ну, давай прямо так в корзинке оставим. Еще много? Да барахло. Ну там сколько у меня? 10 сантиметров барахла еще. Поднос. Поднос взяли за 200 рублей. С одной стороны блестит, с другой блестит. Это мы взяли за 30 рублей. Калининград, как они вот нас, честно скажу, надоели уже. Стаканчик. Это для чая. Для чая стаканчик, да. Можно. Может, выпросить на день рождения стаканчик? На день рождения в следующем году. В апреле. Так, давай дальше. Крестный отец. Вот он. Зарядка для аккумулятора 50 рублей. Кассеты по 10 рублей. Это противогаз 50 рублей. Печать по 10 рублей. Смотрим дальше. Сейчас покажем. Блюдо. Большое блюдо. Огромное блюдо. Мы взяли за 500 рублей. Но... Кто это у нас? Братья Корнилова. Ну, это красивое блюдо, большое. Да, чипсы я в этом месяце не ел, это самое. Теперь товар без чипсов, как в прошлом видео. Ну, от сервизов больших обычно вот блюда и остаются. Супницы, блюда, потому что их меньше всего использовали. Он здесь потертый, правда, но приличное блюдо. Давай тогда не на него класть. Следочница. 50 рублей. Иконы обыкновенные. Это все один и тот же человек все носит, вот этот... Иконы, да. Знаю, он... Вадиму жалко, и он всегда дает ему 50 рублей. Да, за икону. Да. А это что у нас такое? Поезда. Вагончики. А вот поезд. Ну, сам тепловоз вот этот. Тепловоз, он должен работать. А это какие-то уже современные более, нет? Современные. Взяли по... все вместе 300 рублей взяли все поезда. Вообще все. Да, все вместе с ним. Да, вместе с ним, 300 рублей. Ну, это хорошо. Чашка бутафория. Бутафория какая-то современная. Ну, я имею в виду. Этот, картридер. Картридер. Ну, в акции по 100 рублей продадим на вот эти. Там может быть золотых деталей, нет? Да, может быть. Тогда мне. Благовонько проведем обряд очищения. В Индии принято встречать гостей, когда домой приходят гости, перед ними огнем вот так вот омовляет поле, вот так вот огнем, это с мантры Харе Кришна. Допустим, вот я в Индии набрался таких привычек. Как кора дерева. Да? Да, по запаху, да? Нет, вот это по вкусу. Да, ты про пуэр говоришь, я про благовоние, да. Какие планы вообще на жизнь? Ну что, работать, отдыхать, ну. Поеду в Индию потом еще раз. Заработаю, да. Прикольно. На месяцок, ну минимум. А работать кто будет? Вау, господи. Это заяц, не валяшка. Не валяшка. Медведь. Фу, мерзкий. Ложки. Ложки. Почему это все? По-моему, по 20 рублей мы ложки. Нет, ложки-то эти серебряные. Их отдали не как серебряные. То есть, ну, мужик не знал, что они серебряные. А ты? Я тоже не знал.
Блин, ну вон проба стоит. А мы не посмотрели, мы взяли все набором, там, по-моему, 300 рублей все обошлось, да. Понятно. Не, ну да, вон 916-е пробы. Ну это отличная покупка. Отличная покупка, поздравляю. Премия! Премия, да. А, ну вот эти, да, и вот эти, смотри, эти без проб. Это получается с пробами только две. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре серебра. Мы можем взвесить все, ну, четыре ложки, да? Не надо? Ну, они в среднем там по 20 грамм. Посмотрим, положим это, сколько они весят, там все четыре ложки. 16. Ну, грубо говоря, 50 грамм. 50 грамм, хорошая покупка. Угу. Вот, так, поднос. Подносы. Ну, конечно, они в ужасном состоянии. Ну, на акции по 100 рублей можно продать. А мы-то купили почем? Все вместе 200 рублей, все 4 подноса. По 50 рублей. Не расклеивается даже. Дальше смотрим. Так, дальше. Что там такое? Ты не хочешь показывать? Да, не хочу показывать. Почему? Давай посмотрим. А что ты не хочешь? Интим, 18+. Да-да-да. Это доски. Икона зачем-то покрашена. Ну, кто-то в свое время покрасил. Ингалятор. Кстати, вот такие вот частенько нам приносят, по-моему, в коробочках. Берут хорошо, да? Нет, покупают плохо, просто приносят часто. Паяльник. Можем из 90-х. Пытать кого-нибудь. Ну. Да. Это мы взяли, ну, 300 рублей все вместе. Ну, все вместе 300 рублей. Да, 300 рублей. Ну. Это паяльник и игрушка. То есть паяльник 50 рублей, игрушка бесплатно осталась. Это у нас какая-то обезьянка. Печать стекло инвест. Это какая-то гладилка для тоже пресс. Непонятная штука. Почем, Вадим, мы этому все купили? Шарики для пинбола или... Сейчас я посмотрю, это я закопался там в антиквариате, но... О, слушай, все по-разному точно. Ну, то есть пульки мы взяли 100 рублей, два набора. А это все остальное? Эти по 20 рублей мы брали, это 50 рублей, вагончик он развалился в дороге. Это 10 рублей. Чашка. Это продолжение того набора. Того набора тоже 10 рублей. А мышка? Мышка 10 рублей. Да зачем мы ее взяли? Там вообще источенная, я не знаю. Ну, я выручил промоутер наш. А, понял. Еще много принесли всякой мелочевки. О, прикольная тачка. Что это у нас такое вообще? Тбилиси Альфа Ромео. Альфа Ромео. Мы все вот машинки взяли по 100 рублей. Вот эта вот хорошая такая. У меня была такая четверка. Москви 426. Мы с тобой даже ездили, мы что-то... Не, у меня была четверка, это четверка. Москвич. Вот этот календарик. 500 рублей обошелся. Okay. Ну, такой ушатанный, конечно. Ну, рабочий. Ну, полурабочий, ну, да. Вращать медленно. Москвич, да? Нет, это Форд. Форд. Консул. Да. Солдатики. Индеец. Это лошади нету, да, не хватает? Да, лошади не хватает. Этот солдатик нам обошелся 100 рублей. Он тяжелый, ручная раскраска. Елочные игрушки. Верблюд и козел. 100 рублей обошлись нам елочные игрушки. Хорошо. Дальше там есть еще? Да, есть еще что дальше. Тут мы еще купили бинокль. Кожу жалко, что сошла. Обошелся 500 рублей. Да. А хорошо в него видно? Хорошо видно, оптика хорошая. То есть можешь сам посмотреть. Да. Зажигалка 100 рублей обошлась. О, слушай, это только заправить надо. Да. Крест такой. Крест сделали на заказ. Сам человек, походу, делал. Солдатик тяжелый, ручная роспись. Часы ракета. Пуговки. Пуговки с орлами. Да, нет, здесь какие-то непонятные. Ну, черт знает. Плохо видно. Это что получается? Карды. Часы. Вот этот часы. С дудочкой. 500, ой, 1500 мы взяли. 1500. 1500, да. Ну да, жалко, что она колотая чуть-чуть. Но что-то она в первый раз такая попалась. Ага. Сейчас смотрим, что еще есть. Нет, чувак. А, это икона. Иконки обычные, это мужик, который приходит, которого я жалею, там за 50 рублей у него делал кучу икон. То есть, Все получается. И еще
две открытки. Открытки. Угу. Все, о, больше ничего. Забыл икону, маленькую. Блин, икону, точно, забыли. Огромнейшая икона. В Киоте большая здоровая икона. Мужик приехал на машине, принес нам прялку, горшки, банки. Мы ничего не взяли, кроме этой иконы. За 1500 мы купили эту огромную икону в большущем Киоте. Да, у него венчик отломан, он ехал с какого-то поселка, говорит, я мимо вас проеду. И почему-то странно, что он икону отдал, а остальное все не отдал. Ну, здесь крашеный Киот, такой вот виноград. Обычно он золоченый. Здесь просто покрасил кто-то краской. Но икона большого размера, где-то 30. Господи, 37 на 30. Не, больше, Сань. Больше? Больше. Не, это понятно, больше Киот. Ну, да, Киот здесь вообще 70. 70. Да. Угу. А икона, да, 40 даже где-то. Угу. Ну, 40 сантиметров. Угу. Вот. И еще кальян, который мы в прошлый раз не забрали. Кальян шикарный, кстати. Саше очень понравился, он говорит, фирма хорошая, привези мне. Кальян шикарный, можно курить. Два шланга, один подарок. Такие в районе 4-5 тысяч стоят в магазине. Угу. Ну, взяли, что, на этом кальян. Скажем, что все. На этом выпуск закончил. На этом выпуск мы заканчиваем. Кто не смотрел предыдущее видео с Вадимом, что купили 2 недели назад, обязательно приходите и посмотрите. Напишите комментарий, что вы об этом думаете. Что думаете? Просто напишите комментарий. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал «Жизнь барахольщиков». Да. Кстати, я одинок, ну, в смысле, давно без девчонки. 2 года еще рекламы, да. Девчонки, приезжайте на Купчинскую 32, попьем чаю, познакомимся. Хорошо. И 2 велосипеда, да, сейчас.